Волнуется? Очень. Успокойся, не мешай. Я принимаю решение. Принимаешь? А ты его правильно принимаешь? Неправильно. Как это неправильно? Принимать надо по чайной ложке 3 раза в день перед едой. Помолчи. Чтобы принять решение, надо закрыть глаза, поднять голову и открыть рот. Ну зачем? Чтобы туда упало что-нибудь вкусное. Просто так в рот ничего не падает. Надо поднять голову, закрыть глаза и... Что? 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 Подумать. Ну, принял? Сейчас. Нет. Ты неправильно думаешь. А я правильно. А я еще и так могу. Попробуй. Выше. Ниже. Так, чуть на бок. Принимай. Решение принято. Я принял решение начать действовать. Ура! Обожаю действовать! Держи ее. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Действую. Но это должны быть совершенно другие действия. Какие другие? Научные. Покажи мне скорее эти действия. Ну вот этого я как раз и не знаю. Здравствуйте, извините. Слоненок, ты действия какие-нибудь знаешь? Знаю. Сложение, вычитание, умножение, деление. Ага. Это научные действия? Очень. Математикой называется. Ага. А как их делают? Ну, отнимают, складывают. Но какие же это действия? Это просто грабеж. Ну кто так объясняет? Я, извините. Сейчас я сам все объясню. Сначала разделим бананы. Каждому по 2. Спасибо. Каждому по 2. Теперь нужно наглядное пособие. А ну какое еще пособие? Наглядное. Чтобы вам такое показать. Меня показать надо. Я буду ваше ненаглядное пособие. Наглядное пособие? Нет, ненаглядное. Чтобы вы на меня глядели и наглядятся не могли. Я ваша ненаглядная, пособие нарядная. И знаю я 3 способа. Ля-ля, лю-лю, лили. Чтобы вы по 3 недели
не спали и не ели. А на меня глядели, 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 глядели. Нагли, 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 наглядеться не могли. Я ваша ненаглядная, пособие нарядное, пособие способное. Ну просто, 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 бесподобная. Она красива, но непонятно. Извините. Сейчас поймете. Объясняю научные действия, которые называются математикой. Первое действие – сложение. При сложении все увеличивается. Лимонады! Все. Ух ты, математика. Вот это действие, так действие. Встань там. Мы даем мартышке банан. Давай. Спасибо. Теперь еще один. Ах, возьми. Так. Сколько получилось? 2.5. Хм, не может быть. Хм, должно быть 4. А нету. Она их ест, извините. Кто, ну кто так делает? Все, кому дают бананы. Ну хорошо, пусть будет 2. Теперь займемся вычитанием. Удав. Что? Отними у мартышки 1 банан. Сейчас отниму. Что у нас получается? По-моему, драка. Извините. Прекратить! Это ненаучно. Не нравится мне это действие. Да, наверное, умножение интереснее. Интереснее. Но умножение не будет. Как это не будет? Но почему это не будет? Бананы кончились. А завтра начнутся? Может быть. Ой, если погода хорошая будет. Я предлагаю, завтра, когда действовать будем, давайте сначала делить, а уже потом все остальное.